по-русски, специально для русских товарищей. Это не какая-то там коллекция народа в России. Это не значки и не флажки где-то там на карте. Нет. Это не фантики. Это живые люди. И только теперь вы начинаете это слышать. И то не везде. Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей. Всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец, мы вас живыми уже не отпустим.